Приветствую вас, Эльвира. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Если к сути, то, конечно, у нас есть сложности с самооценкой, вот, и, я полагаю, страхом одиночества. Также особое внимание я хотел бы обратить ваше на некую тенденцию, которая проходит от, собственно, момента едва ли не рождения ребенка, вот, и до сегодняшнего дня, то, что вы хотите мужа, то есть вы хотите, чтобы у вас был муж, и, типа, вам именно нужен муж, для чего-то. И вот ключевой момент заключается в том, для чего. То есть, почему вам нужен муж, почему в нем нуждается, откуда это нуждается, и так далее. То есть, такое ощущение, что вы боитесь, что не построите семью. Не сможете выйти замуж еще. В этом все дело. Такое вот ощущение. Но, тем не менее, вы ведь уже выходили замуж, и замуж выходили неудачно настолько, что ваш муж вам не помогал ничем, после, у вас была послеродовая депрессия, вот, кстати, делали ли вы что-то с ней или нет, вы жалели об опущенных возможностях, но при этом спросить себя о том, чего же я хотела, выходя замуж и рожая ребенка 22 года, ну вот вы как-то не удосужили. Почему вы это сделали, если вам не безразлична как карьера и так далее? А сейчас, что вам мешает строить карьеру? Ну, то есть, если вот не брать в расчет упущенные возможности, сколько можете только построить. Дальше. Стереотип – это история про ребенка, конечно же. Как и про то, что мужчины любят, которые женятся на женщине с ребенком. Вот. И это все стереотипы, как то, что женщина с ребенком никому не нужна. Но проблема в том, что вы не уверены в себе, вы себя обесцениваете, вы себя обесценивали еще до рождения ребенка, так предполагаю. И, соответственно, это продолжается до сих пор. Отсюда столь болезненная реакция на то, что говорит ваш муж и ваша мама. Вот. Такая вот история, Эльвира. И вам нужно заниматься собой. Вот, вам нужно реализовываться, вот, вам нужно чего-то достигать самостоятельно, чего-то добиваться самостоятельно, вот, потому что пока что, судя по тому, что вы пишете, очень сильно вы зависите от семьи, очень сильно вы зависите от семьи, вот, настолько, что от этого зависит все ваше восприятие себя, вот. Такая вот история на вопрос о том, как перестать чувствовать себя женщиной второго сорта, работать с самооценкой, вот. Как перестать снять наличие ребенка, это принять себя и своих желаний. Не позволять ребенку и кому бы то ни было влиять на то, что вы делаете, на то, как вы делаете, на то, к чему вы стремитесь. Вот. И все. И разобраться как следует в себе и поработать над личностным ростом, чтобы не позволять стереотипам своим влиять на вас. Ваш вопрос. Как перестать снять с ребенка? Задан некорректно, потому что перестать что-то значит отобрать что-то у себя, у вас.
Если вы хотите, если вы отбираете что-то у себя, ну, ничего хорошего в этом нет. Это рэкетное чувство. Прежде чем что-то у себя добрать, нужно что-то дать. Это более заботливый гуманный подход. И для этого необходимо определить как раз, а что же меня мотивирует стесняться ребенка, какой мой внутренний конфликт, в чем он состоит, что меня больше всего беспокоит, что меня больше всего угнетает, да? Пока я вижу вот чрезмерное значение семьи, мужа, вашей жизни, всего вы страдаете. По поводу того, что понравился молодой человек 10 лет моложе вас. Ну, плохого в этом ничего нет, наоборот, женщина часто делает такой выбор, это нормально. Вот. Я думаю, что главное не в этом. Главное в том, какой направленности ваша симпатия к молодому человеку. Какая именно направленность? Какой вектор этой симпатии. Вот. Это важно. Потому что вполне вероятно, что если вы с этим молодым человеком преследуете ту же цель, что и со своим мужем, то нет ничего удивительного, что вы переживаете, что нервничаете и боитесь, что что-то не получится, потому что вы через молодого человека опять-таки пытаетесь решить свою главную проблему. Ну, вот. Но вы ее не решите, а только обесцените себя, перевесив на партнера ответственность за свои противоречия, страхи, конфликты. Вот. Сомнения. И партнер их не решит, но чувство, что вы ждете от него этого, будет вас ценить все меньше. Поэтому с этим тоже нужно разобраться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я очень надеюсь, что ваш последний вопрос в конце вот текста, который вы задали, да, очень надеюсь, что это было задано не серьезно, что вы написали это не серьезно. Я правда в это верю. Всего вам доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена.